Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй. Сегодня я решил сыграть в серийку Strike Force. Давно я в ней не был. И я смотрю, тут очень много чего добавилось, особенно в плане героев. Так, зайдем на почту. Ё-моё. Так, все прочитано. Ага. Давай посмотрим, что это за награды у нас тут. Так. Да, сейчас я, наверное, тут получаю достаточное количество, потому что давно не был. Так, за какие-то неполадки в игре. Ё-моё, это что тут? Так, сезон завершен. Это сколько тут? Ага, еще 5, понял. Так, потом пойдем посмотрим, каких, друзья мои, новых героев завезли в игру. Ну, новых, естественно, для меня, потому что в этой игре я, еще раз повторяю, давным-давно не был. Так, все, здесь забрали. Кто это такой? Живой вампир. Ничего себе, живой вампир, друзья мои. Как вам такой расклад? Ну, это мне не нужно. Сферы. Открыть. О, Минерва. Так, подожди, а тут же можно... Какие? Давай посмотрим вначале, какие тут можно сферы и без этого получить. Ага, сфера способностей. Открываем. Угу, еще один. Забрали, отлично. Что еще тут можно получить? Сфера способностей К2. Но это послабее, да, получается, сферы. Так, дай-ка я чуть-чуть, наверное, потише сделаю. Вот так хотя бы. Окей, что еще есть у нас тут? Мегасфера. Давай глянем. Это кто еще такая? Икс. В первый раз вообще вижу, ребят. А это кто? Пустельга. А да, одна из основателей удара. Пустельга вооружена портальной пушкой, с помощью которой мешает врагам призывать союзников и уничтожать слабейших противников. Ничего себе. А это кто? Фрост? Китти Прайд? А это кто? Серебряный самурай. Ребят, я серьезно говорю, я таких даже и знать не знал. А таких вербовать, ну давай. Вот, ребят, мы завербовали Пустельга. Слушай, что-то он чем-то напоминает мне осу. И крылья напоминает мне этого. Как его звать-то? Ну, короче, летающий, ты понял, да? Про кого я имею в виду? У которого тоже механические крылья. Угу, допустим, все. Вербовать. Икс. Фига себе. О-ля-ля, красотка-то какая. Конечно, вербовать. Две красные звезды, ничего себе. Наносит основной цели 60% урона проникающего, с вероятностью 25% дает у ворот. Неплохо. Наносит основной цели 100% проникающего урона и накладывает блокировку способности. Если атака была заблокирована или от нее удалось уклониться, проводит бонусную атаку, нанося 150% проникающего удара. Дает один заряд блокировки способностей, максимум 3. Вот это да, ребят. Вот это круто. Ну что, у нас еще сферы не все, ребят, потрачены. Давайте смотреть дальше, что у нас есть. Сфера оружейная. 3 штуки. Угу. Ну это, я так понимаю, элементы для прокачки бойцов. Так, давай еще. Надо было сразу все открыть, да еще тут же есть кнопка открыть, все. Вот так вот. Что еще остается у нас? Сфера оружейная 14 и... Погоди, нет, 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 нет. Вот. Открываем. Какой-то новый элемент, раньше его не было. И все получается, да? Подожди, а почему ты показываешь, что здесь... А, он, наверное, имеет в виду вот эти вот.
Содержит оранжевое снаряжение. Ну давай. Так, получили. И где-то еще. Наверное, вот здесь вот. Получить. Давай, надо было открыть все, да и все, ё-моё. Вот так вот сделаем. 134. Я же даже не помню, что это такое. Так, ну здесь вроде бы все. Что-то мне пока... Ага. Открываем все полностью. Окей. Все, по-моему, на этот... Нет, еще что-то осталось. Открывай. И тут. Ну, какие я могу тут сферы открыть? Вот это могу, да? Денежные сферы. 345 тысяч кредитов. Как-то так, друзья мои. Что у нас дальше? Здесь открываем. Ну, это простые красные сферы. Обычные, ребят. Многие, наверное, знают, помнят их. События, испытания. Давай глянем, что у нас за персонажи. Оу, еще и Рой, ребята, у нас есть. Вербуем. Тоже две красные звезды. Так, пчелиный шар. И осиный крик. Нормально так. Да ладно, у меня на Капитан Марвел есть нужные элементы. А сюда не хватает, блин, а я думал, что прокачаем сейчас ее. Ну что, друзья, смотрим, какие тут у нас новые. Все, что открыто, это, естественно, у меня есть. Надо смотреть из того, что закрыто. Ну что, это я все видел. Это я видел. Это я видел. Это видел. По-моему, Елену Белову я не видел. Феникс, Найти, Шури. А, Шури. Так, здесь все знакомые лица. Женщина Халк, это новенькая. Серебряный серфер новенькая, для меня, по крайней мере. Бишоп новенькая. Джубили новенькая. Человек лед новенькая. Леди Смертельный удар новенькая для меня. Серебряный самурай новенькая. Дальше. Белая тигрица, это из новеньких. Адам Уорлок новенький для меня. Доктор Вуду для меня новенький. Дум был. Дармаму тоже для меня новенький. Икарис новенький. Нифига они тут влепили. Капитан Америка, чего? Кейт Бишоп для меня. Кинжал. Колин Квинг. Красный Омега. Кто такой Красный Омега? Блин, я его не могу увидеть. Мисти Найт. Лунный рыцарь, лунный дракон, Морбиус, Панк-паук, Плащ, Смерть-пул, Фила-Вэл, Шан-Чи, Шернка. Да, ребята, я вам скажу, это трындец просто. Это просто трындец. Это столько персонажей здесь в игре. Вы что, совсем что ли? Да, ежедневные цели. Так, получить. Прогресс компании злодеев. Участвовать в трех миссиях злодеев. А эти они так и не открыли новые, да? Все так же старые, по-старому и осталось. Я даже уже не помню, кого я тут фармить собирался. Давай... Не то. Не то я сделал. Нам здесь достаточно. Да что так долго прогружается-то, а?
Можно мне выйти отсюда? Я хотел сделать вот так, автобой. Погоди, погоди, так я же за кредиты хотел. Ну, друзья мои, давно не играл, видимо, еще какие-то подгрузки идут. Не знаю, с чем связано. Ладно, ну, мне кажется, что сейчас меня тут разберут. Давай прогружайся быстрее. Ну, раньше такого не было, ребят. Раньше все как бы сразу шло. Но я когда заходил в игру, здесь еще, наверное, где-то 1,5 гига было обновление. Представляешь? Прежде чем начать играть в нее. Агенты Роджерсы, вы знаете, что делать? Да, господин президент. А почему так темно? Что-то как-то темновато, тебе не кажется? И скорость я всегда на двоечке играл. Ну что, поехали. На тебе, Минерва. Так, берем провокацию. Сразу же получил по щам. Давай вот этого. Так, осталось 6 противников. Блин, я могу тут как-то... Тут нету, да, друзья мои, настройки яркости. Мне почему-то кажется, как темновато. Ну-ка. Шмальнули. Давай дальше. Это доктор Стрэндж. Ну, якобы доктор Стрэндж. На самом деле это... Нифига не доктор, это все... Во, давай. На тебе. Победа, это мы пропускаем. На 3 звёзд... Ну, в принципе, я не сомневался, ребята. Здесь и должно быть на 3 звёздочки. Только не могу понять, почему не сработал именно автобой. Он должен был... Ну, как бы не автобой, а... Мы должны этот бой были пройти на автомате. Вот, автопобеда. Вот так вот ставишь. И все. И забираешь уже после этого награды свои. Дальше, выполнить 10 миссий компаний. Так, участвовать в 3 компаниях, участвовать, пройти 2 испытания, участвовать в 2, купить 3 припаса. 3 припаса это легче легкого. Обычно я покупаю самые такие. Так, подожди. Это мне не нужно. Редкие в основном как бы хочу купить. Стараюсь покупать. Так, допустим, купил 3 раза припасы. Участвую в 3 миссиях команды героев. А я так и не прошел, ребят, всю кампанию. Забираем. Так, тратить энергию кампании, выиграть 2, пройти 2 испытания. Ну, их обычно я тоже, ребята, делаю за счет автопобеды. Вот таким вот образом. По возможности все лучше. Так, и здесь. Ага. Сложность 1, сложность 2, сложность 3. И меня не впустят отсюда, потому что у меня не хватает нужных персонажей. Забрали. Так, сразиться в 2 рейдах в боях. Сделать 1 вклад. Сделать 1 вклад. Открываем. Забираем. А! Я вложусь, например, так. По максималке до 38 уровня.
Это в техно, теперь в био. Тут у нас мутанты еще есть, навыки, просто навыки. Концентрация и сопротивление. Это навык мистики. Био лучше, наверное. Все, кончились. Пока ты не можешь, говорит, делать вклады. Забираем. Да получить все сразу же пишем. Вот так вот. Дальше что у нас еще есть? В рейдах участвовать. Я немножко так в шоке просто, что тут все поменялось в корень, друзья мои. Ну как все в корень? Много чего поменялось. Так, получаем. Здесь получаем мегасферы ИСУ-8. Позже. Теперь у нас по сферам что-то доступно. Во-первых, здесь есть, да, что получить. Давай, базовую сферу. Окей. Теперь у нас доступно еще здесь что-то. Ага. 100 осколков... А, 10 осколков плаща, гарантированно, да? А здесь кинжала. И вот кто из них лучше? Плащ, наверное? Наверное, ребят. Так, дальше у нас еще есть сферы. Ну, это сфера тренировки. То есть жетоны мы получим. И сфера способностей К3. В принципе, и все. Это что у нас такое? Выбор... Чего там? Выбор этапа. Спасение мира, трать энергию компании. Энергию компании. 13 событий, что ли? Принцесса с симби... Оу, я могу получить? А кто здесь будет? Бусины Кимои сканируют комплекс. В следующей комнате должны быть крупные жизненные формы. Ну, здравствуйте, я Мантис. Приятно познакомиться. Готовьтесь к смерти. Ну, конечно. Стоп, ты что, не в курсе? Все насекомые и паукоподобные герои теперь в команде удара, так что можешь нас отпустить. Я чувствую юмор, маскирующий великую грусть. Сейчас я дам ему повод погрустить. Так. Но командочка-то, конечно. А можно мне... У них у всех симбион идет, да? Синергия. Я что-то не уверен, что мы сможем здесь победить. Вот я серьезно тебе говорю. Так эта команда, она вообще не прокачана у меня. Вообще. Слушай, смотри, Boundless Entertainment. Раньше не было вот этой вот фигни, ребят. Scapel Studio. Блин, раньше я помню, первая игра у них была. Это Ходячие мертвецы. Да. Это первая... Кто они сделали? Я имею в виду вот скопили студию. Это, видимо, дочерняя студия Boundless Entertainment. Ладно, сейчас не об этом. Что-то вот это вот меня напрягает. Вот, честно говоря, подгрузка раньше такого не было. Так вот долгой такой. Вот, вот про этого я говорил, ребят. Похож он с крыльями, с металлическими. Это ваша подозрительно дружелюбная мантия склоняет симбионов к участию в экспериментах Ультимуса. Остановим ее, и Ультимус больше не сможет заставлять симбионтов сражаться в своей армии. О как. Слушай, она одна здесь? Ну что, давай приступим, наверное, потихонечку. На. Так, а что это делает у нас? Накладывает
усиление защиты на этого персонажа и всех союзников. Это нам пригодится. Ёпарсеты, тут подкрепление пришло. Вот это плохо. Это, друзья, очень... Блин, еще и оглушили. Слушай, я боюсь, мы не справимся. Нифига он там колбасит. Еще один, да? Их 11 врагов. Наверное, надо мантис брать. А, он провокацию взял, понял. Заблокировал, прикинь, заблокировал урон. Усиление атаки, на. Даже ничего не сделали, вообще ничего не сделали. Ох, как их всех заколбасило. Так, мантис меня напрягает. Надо именно с ней разобраться, мне кажется. Отошел от шока, да? Ну-ка. На тебе. Срочная помощь. Допустим. Да ты посмотри, у нее там сколько здоровья. Мы ее не пробьем, ребят. Это бесполезно. Разрушение. Это их 11, я еще ни одного не подбил. Попробуем. Нифига, я им шкалу понизил. У мантис запрещение к лечению. Ну ага, запрещение к лечению. Регенерацию очень хорошо повесила она. Ну что, попробуем еще разочек. Сопротивление, прикинь, сделал сопротивление. То есть, во, шоквейв. Шоквейв. Лечение. Слушай, а нам нужно лечение сейчас. Ну давай сделаем. У Спайдермена вообще, ребят, здоровья мало. Прибавка к чему? К шкале? Кого-то там вырубили нам. А ну-ка. Да блин, ты мантис, мы сегодня бомбанем или нет, в конце концов? Что это такое? Шоквейв. Блин, жажда власти. Что она там делает? Что она сделала? Не могу понять. Восстановил себе здоровье немножко. Блин, у этой мантисы здоровья практически вообще не осталось. Вот. Есть. Ну это... Ага, есть, конечно. Вот теперь подбили мы ее, да? Кого теперь-то? Наверное, вон там попробуем. Блокировка лечения. Блин. Просто ты... А почему ты не переключился? Дракс же еще жив. Так, лечим. Дракса нужно добивать. Так, теперь Гамору. Попробуем массовую. Разрушение. На, минус Гамора. Да ладно.
Грут прибыл. Так, ну Грута надо бомбить, друзья мои. Хотите вы этого или нет? Нифига, пол хп сразу отняли. А, так там он вместе с этим, с енотом. Ну-ка. Все, вжарил. Шоквейва, да? Хочет наказать мне. Попробуем Грута убрать. Хотел сказать, есть. Нет, не есть, Грут еще жив. Ну, давай так попробуем. Просто это, ребята, лекарь. Грут лекарь. Мы его оглушили. Добиваем тогда. Окей. Такс. Блин, да, я забыл, у него уже возрождение есть. Неужели сейчас... Он же может отхиляться. Как ты заколебал. Все, теперь не воскреснет. Так, теперь надо брать енота. Пока не поздно, блин. У-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Так, семеро еще. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. О, тут дофига, ребята. Прибавка к шкале ярости. Смотри, что они делают. Блин, звездного лорда надо валить. И этого как-то надо. Всех тут, по идее, надо бомбануть. И не оглушил, да? Так, лечи. Блин, они завалят мне его, да? Все-таки. Слушай, они достали уже, блин, на близухи свои делать, блин. Что он там делает, блин? Одну единицу энергии по... Сейчас. Нифига себе! Он шоквейфа мне уничтожил, ребят. Ну вот как вот, вот... Ну как вот можно, блин? Их... Откуда трое-то их уже, блин? Не, ребят, это бесполезно. Это беспонт вообще какой-то. Да посмотри, что творит, а. Надо прокачивать. Эту команду нужно прокачивать, если честно. Она слабая. Просто слабая, и все. Да они достали уже, а? Все, короче, тут это бесполезно. Забомбят нас. Стоят. Откуда их столько тут понавалило, я фиг поймешь, ребят. Ладно. Там еще есть у нас события. Так, у нас вроде бы есть некоторые элементы. Мы можем прокачать наших бойцов. И я, кстати, хочу этим заняться. Так, это закроем. Значит, кто у нас там выступал? Кого нам там давали? Спайдермен, да, у нас там был. Потом Майлз был, нет? По-моему, не был, или был? Что-то я не помню. Так, вот этот у нас. Нет, нет. А этот был, но его почему-то очень быстро завалили. Он даже ничего не успел крякнуть, скажем так. Погоди секундочку. Надо точно убедиться, кто у нас там в этом событии принимает участие.
Скажи мне, пожалуйста, кто? Ага. Да-да-да-да-да. Этого можно прокачать. Ну все, понятно, круче. Шоквейв. Шоквейв. Так, это мы выходим. Заходим в персонажа, опять же. Спайдермен где у меня? Спайдермен здесь. Спайдермен плюс Майлз. А где Майлз? Майлз, вот он. Давай-ка наденем. И здесь тоже наденем. Улучшение. Так, совершенный паук, ядовитый удар. В скрытности дает 15 шансов к уклонению. В скрытности дает... Ладно, прокачаем. Быстрый удар. Он за деньги качается. Это нормально. Так, ядовитый удар. И выстрел паутины. Плюс мы можем еще создать и кое-что надеть на него, да? Плюс здесь. Так, силу дает. Только силу надеваем. Здесь у нас. Объединить все. Так, сюда мы воткнем этот. Подожди. Надели, да? Теперь можно объединить. Усиливает даяки, усиливает атаки, дает дополнительную атаку по уязвимым врагам, защищает барьером с низким здоровьем. Каждый ход. А у меня есть хоть этот? Подожди, так а у меня... Блин, нам еще нужно сюда, оказывается. Хорошо, ладно, Майлз чуть-чуть прокачался у нас. Шестьдесят четвертый уровень. Так, дальше смотрим. Где у нас из этой четверки, шестерки, фантастическая шестерка же, да? Так, стервятник тоже может, в принципе, прокачаться. Но все равно он будет слабоватый. Так, мусорщик. Ультразвук. Бей и лети. И на взлет. Так, уровень поднимаем. Сорок второй. Бей и лети. Прокачиваем. И ультразвук тоже прокачиваем. Пока... Так, где у нас? Надо найти Шоквейв, у нас там присутствовал.
Так, целитель, перехватчик. Нет, дайте мне по этим. Да блин. Раньше, помню, там можно было фантастическая шестерка там или еще что-нибудь. Сейчас фиг поймешь, как тут. Человек-паук, у тебя можно еще тут что-то создать и надеть. Поучить чутье. Повышаем, ребят. Мастер паутины. Ловкая атака. Тренинг. Тренинг. Тренинга уже нету. У нас чипы кончились, да, я смотрю. Ага, вот Шоквейв. Вы хотите сказать, что у него вообще ничего нету, что ли? То есть без улучшения, что ли? Ну это смешно. Вообще без улучшений. Ошибись? Так, объединяем. Так, и что? Кто у нас там еще-то был? Шоквейв, Майлз, Спайдермен. Так, Грифона мы этого прокачали, да? Стервятника. Ну, как смогли, по крайней мере. Просто я хочу, ребят, еще одну попыточку сделать. Ну, если и сейчас не смогу забомбить, то мне надо будет их прокачивать. Кстати, у нас... Ага, на почту. Что у нас тут новенькое? Все прочитано. Подарок за терпение. 350. Где стервятник? Я хочу еще раз глянуть на него. Он, по-моему, самый-самый слабо прокачанный. Это стервятник. Спайдермен. Нет, все-таки как-то здесь было. Ваканда вечный. Угу. Вот, зловещая шестерка. Вот он, стервятник. И вон там Шоквейв. Блин, мне бы где-то найти эти. Слушай, они сколько стоят? Может быть, у нас... Хватит их приобрести за жетоны. Тренировочный модуль. Взяли. Опа. Фила Вэл. Че себе? Брать надо, ребят. И Шаттерстара тоже надо брать. Такого нету. Крика у меня нету. Красного стража нету. Сколько нужно Так, стервятнику нужно. Да дофига еще там надо. Сферы. Мне нужны не сферы, мне нужны чипы для прокачки. Я уже забыл, где они. Где они добываются? Ух ты.
Мисти Найт, Белая Тигрица, вообще таких нету. Женщина Халк. Мистерио. Антивеном, нифига себе. Счастливчик, Кул Обсидиан. Ну, Кул Обсидиан был. Это что такое? Костюм, а, костюмы. Да ну хорош, что ты мне? Не надо мне вот этого всего, я уже понял. Это какое-то новшество, я так понимаю, да? Раньше этого не было, ребят. Ну, обычные скины. Да ё-моё, ну может хватит уже, а? Не пропусти новые костюмы, не пропущу. Ну что, стоит еще попыточку сделать, блин, или нет? Ученица с Титана, осколки лунного дракона. Эть, меня там заколбасят в 3 секунды. Реальное время. А реальное время это что? Понял. Это серия поединков, ну, типа как арена. А что за бонус? А, это в компании бонус, да? А что-то новое есть, появилось? Война Думы, ИЗО 8. Нексус. Так, а что за кошмар героев? Заработай сколько доктора Ву. А, ну это я помню. Это вспомнил я. Доктор Ву. Доктор Стрэндж, я знаю. А кто такой доктор Вуду? Вообще без понятия. Так, ну что, события? А что у нас вот тут, если не секрет? Требования выполнены. Кто участвует? Пум-пум-пум. Чё-то мне кажется, что... Мантис тут можно взять. Нифига себе, 13 тысяч. Конечно, оставим его. 30 тысяч. 5 тысяч. Ну, я не знаю, давай попробуем. А вдруг у нас здесь получится заработать осколки, а? Кто его знает? Ну, персонажи в этой игре, ребята, тьма тьмущая добавили. Я не знаю просто, как возможно вот это все прокачать. Особенно по максималке. Ты видел, сколько чего нужно, сколько ресурсов? Да. Усовершенствованная формула Одиума. Мое величайшее достижение. И Ультимус получит все. Во что бы то ни стало. Так. Ага. Чистый АИМ прибыл, да? Ну что ж, поехали. Давай, енотик. А что это такое? Равномерное распределение здоровья между персонажами и союзниками. С наименьшим здоровьем. Ого. Опа, оглушение. Вот это прикольная штука. Звездный лорд. Пробафай наших ребят, пожалуйста. Пробафал, блин. Ну что, надо вот этих охламонов убирать отсюда. Теперь ножами. На. Иди отсюда, пташечкой. Так, эту дуреху, наверное, бомбанем с тобой. На. Сколько их? Еще 7, да, осталось? Погнали. Этого вообще вырубили сразу же. Она красавица, эта гаморочка. Опа, меч зарядила. Красава. А что она этим мечом делает? Ну-ка. Снимает со всех врагов защиту от смерти. Ну, у них пока защиты от смерти нету. Ага. Прибыл, да? Погнали. Тут еще и Халк, блин. Локи нам. У кого-то провокация, что ли, стоит? Точно.
Восстанавливает персонажу 7-2000 здоровья. Нифига она. Если брать ее как хил, это топ. А вот теперь давай-ка мы ее, наверное. Все, сгинула. Не нужно до Луки добраться. Вот он, гаденыш. Фига она бомбанула мечом. Гуляй, Вася. Каждый раз, когда наука создает какую-нибудь дрянь, в этом всегда замешана она, зуб даю. И не говори, какое счастье, что твои оскверненные двойники не командуют парадом. Да уж, тогда вам всем было бы хана. Друзья мои, как ни странно, здесь мы прошли, а это значит, что мы получаем 80 карточек на лорда. Я тебе скажу одно, что лорд со своим супер-пупер бафом — это имба. Так что, друзья мои, вербуем, тут даже не обсуждается. Танцуй тут мне. Ох, ничего себе, 4 звезды сразу же. Это меня устраивает. Ну, прокачать, конечно, его будет тяжело на первых порах. Во-первых, у нас нету с тобой... А нет, есть. Что, до 31-го... До 31-го могу максимально сейчас пока прокачать. Только вот я думаю, стоит ли его качать, или все-таки нам... А то, что откроется после Звездный Лорд категория 5. Что значит Звездный Лорд категория 5? Откроется после в погоне за Фьюри категория 4. Требуется 5 приспешников Кри с 4 звездами или более. Угу. А вот тут что у нас? Тут просто осколки, да? Подать руку. Ты сможешь получить не 2, а 4 осколка персонажа руки за прохождение узлов кампании. Понятно. Грядет нашествие. Нашествие Альянса. Крупный игрок. Чего себе у меня тут наполучал я. Так, нет, 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 нет. Есть еще где-нибудь награды или нету? Вот здесь. Спасение мира. Так, больше ничего пока нету здесь. Возвышение Феникса. Откроется после Феникса. Категория 4. То есть это, я так понимаю, прокачка, наверное. Ограбить забвение. Ограбить забвение категория 1. Требуется 5 персонажей события «Ограбь звенья» с 5 или более звездами. Что такое? Я уже, ребят, давно не играл. Я даже не могу просто вспомнить, что значит категория. Так, а здесь мы можем что-то с тобой получить. Ага. 10 осколков. Ну, ё-моё, ну почему именно это? Давай все откроем. Грут. Грут. Резинка. Я его называю резинка, потому что он, ребята, тянется. Как резинка. Так, фиолетовая сфера, катализатор. То есть, ну тут можно либо желтые, либо фиолетовые. Только на разных этих. Ну, давай здесь. Теперь здесь. Ну, по одной везде. И вот здесь. Здесь нам содержит синее снаряжение, да? Ерунда какая-то.
Какая сфера-то? Наверное, обычная, тут красная. Ух ты, деньги. Ну давай. Маловато будет. Маловато. Но мы можем с тобой порулить. Да хорош, сейчас все эти сферы посливаю. Так, ну что, давай посмотрим. Еще, может быть, хватит там. Блин. Королевский страж Кри. Надо еще одну найти. Вот посмотри, как тут определить, какая у него категория в данный момент. Вот, наверное, категория это звездочки. Оу, кроссбоунс, неужели? Твою же налево. Да, ребят, категория 11 у него. Ничего себе. Сидел там втихушечку. Так. Нормально. Нам бы Дэдпула бы еще прокачать. Новый ранг, конечно, ребят, конечно. Чуть-чуть не хватает до максималки, да? Дальше идем, дальше смотрим. Капитан Марвел чуть-чуть не хватает здесь, ладно. Вот он. Он очень хорошо себя проявил в боях, поэтому я думаю, что, наверное, его качну. Всего лишь один уровень. Надеть. Вот что теперь будем делать, а? Накладывает уязвимость. Угу. Вот это, наверное, наденем. Тринадцать тысяч мощей. Доктор Стрэндж может прокачаться. Ничего себе. Категорию 8 получил он. Девятую категорию. Не кисло, я тебе скажу, не кисло. Так, Кейбл получает девятую категорию. Даже Электро у нас улучшается. Получает восьмую категорию. Окей, давай смотреть дальше. Окой. Так, подожди, а Кои у нас... Она же, по-моему, тоже там, да, присутствует? Пронзающая атака улучшим. И это тоже улучшим. Подожди, а Кои, по-моему, не в этом событии, она в другом событии у нас. Ладно, давай еще разочек попробуем, короче. Идем на событие. Не сюда. Или сюда. Да подожди, это мы пропустим. Угу. Ну давай попробуем еще разок. Мне кажется, сейчас я получу здесь по полной программе. Слишком крутые они здесь.
Так, мы это читали. Такс, поехали. Блокировка лечения. Мантис в любом случае надо в первую очередь убирать, потому что она идет у них здесь как хил. Вот это мне просто бесит, что не делает. Да успокойся ты, блин, достал уже. Ну. Он что, взял провокацию, что ли, на себя? Точно он под провокацией стоит, а? Как они меня раздражают вот этим вот своим, а? У Шоквейва мало здоровья осталось. Почему ты, Спайдермен, не уклоняешься? Ты, по идее, должен был уклоняться. У тебя уклонение, офигеть, должно быть развито. Начинается опять эта полезуха егоная, блин. Что, опять провокацию, что взял? Ну вот смотри, что творит, а. Так, Мантис давай накажем. Плюс замедление, да, повесили? Делай волну свою. Блин, Спайдермен сейчас отдуплится, да? Ну, давай я кое. Ну. Да прибейте вы ее, а? Уклонение, да? Ну конечно же уклонение, ребят, ну что? Блокировка. Неужели завалили мы ее? Так, теперь вот с этих мы продолжим, ребят. Тут что-то пока стоит глумиться. Е. Так, погнали. Лечение. Ослабление защиты. Так, Гамору тоже надо валить. Потому что она сейчас... Ну, ты видел у нее удары. Думаю, не надо никому объяснить, что за удары у нее. Ну... Е. Скрита. А вот и подкрепление. Так, нужно, да, нам нужно лечение. Он выжил, что ли? А, это другой уже. Вот эта вот команда ихняя, вот эта вот с лордом. Че, провокацию он взял, что ли? Грут.
Так, держимся, ребята. Так, семеро еще. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А это последний, ребята. Если мы выстоим, если выстоим, то будет круто. Ох, хорошо их как. Груд все равно стоит под провокацией, да? Что это за атака такая была? 146 всего лишь отняли. Ну, понятно, этот. Вот и потеряли мы Спайдермена, ребят. Шоквейва, да, потеряли? Кровотечение повесил. Ну, естественно, естественно, лечение, ребят, ну... Помогай давай. Что, кого-то убрали? Пипец, короче. Груд же он еще рисанется же обязательно, ребят. То есть мы его как бы подобьем, он сейчас опять оживет. С небольшим количеством здоровья, но он оживет. Все, баф получили. Трындец. Усиление там хапнул. Друзья, по-моему, это бесполезняк какой-то. Еще одного потеряли. Чего? Как он уклонился? Ё-моё, блин. Это трындец. Ребят, я не знаю, как эту команду валить. Просто полюбуйся, что делает. Ой-ой-ой-ой-ой, что вытворяет, а? Меня вот этот бесит просто, не могу, прям раздражает. Придурок, блин. Да и лорд тоже этот хорош, блин. Ой, бедолаги. Достал нам раздавать 2 очка энергии, блин. Угу, я так и понял. Ну и мы остались вдвоем с Майлзом. Естественно, ребята, это бесполезно. Ну, я попытался, ребят. Я попытался, я как мог. Но у меня нифига не получилось. Просто нифига не получилось. Ладно, друзья мои. Было, конечно, приятно зайти, посмотреть, охренеть, скажем так, по чесноку, что тут происходит. Но я ничего не могу сделать. Слабоват еще, можно так сказать, получить. Это за дубли, ребята, то, что дубль тебе, если выпадает, тебе дают осколки Ультимуса. Я офигаю, Шури, категория 4. Угу. Надо вспоминать все эти синергии и тому подобное. Кто с кем лучше всего ведет себя. Ну, вот такая вот, ребята, петрушка. Так, что у нас там? Угу. Ну, для первого раза, я думаю, этого будет достаточно. Хоть немножко освежил память. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.